верните нам деньги. Я вношу эти 500 рублей. Раздатка луками, стрелами убивает людей. Дурак ебаный, дурак ебаный. Все обманули здесь, всем семейством на 500 рублей. Хотели, обманули, и что? Хочется ребенку, пусть играет, идите вы в жопу. Ну пошел ты нахер. Играет ребенок, да, и смея весь есть, забирают у него. Вы же меня обманули. Ну и хотели, обманули. Таких дебилов, как ты, надо обманывать, чтобы не бей грифера. Издевайся над грифером, бей его молнией. Или вырежь грифера в половину его дома. Ты можешь даже убить этого грифера. Потом кикни этого грифера. И обязательно спрячь свой префикс, чтобы грифер не смог вас заметить, и вы будете для него обычный игрок. Вы даже можете сообщить всему серверу, что здесь находится грифер и ждать сюда народ. Выглядит вот так, его начинают сразу бить обычные игроки. В конце концов, вы можете просто забанить этого грифера. Если хочешь также снимать анти-грифер-шоу на нашем сервере, тогда стань владельцем сервера, на которого сейчас действует скидка 95%. Заходи, ссылка на IP в описании ролика. Дорогие друзья, всем привет, с вами Серджио, и мы продолжаем. Смотрите, пишет ютубер Серджио, все навар подмин, тут бесплатная админка, да? Смотрите, что он за конструкцию придумал. Я вам сейчас объясню, это тот же самый грифер, который был в предыдущем выпуске, маме которого я платил 500 рублей. Все это было в том самом ролике, и мне тогда не по... Смотрите, как лагает, это все из-за этой конструкции. Это лагает, потому что здесь эта конструкция. Он их сюда всех телепортирует, а потом он начинает, смотрите, раздаткой, луками, стрелами убивает людей. Смотрите, что он делает, он стрелами убивает людей. Какую конструкцию он целую отстроил для того, чтобы просто убивать людей. А люди, самое главное, верят. И мне обидно, потому что, кстати, молодцы, владельцы сервера. Владельцы сервера уже все разломали. Молодцы, молодцы, молодцы. Я не знаю, успел ли кто-то умереть, но он делает так не первый раз. Но владельцы сервера молодцы, работают. Я тоже как владелец сервера, я не только владелец сервера, я прям вообще владелец сервера, да, вы понимаете. Но, в принципе, у нас права все схожи с владельцем обычным сервером. А это тот самый грифер. Как я узнал, что это тот самый грифер? Потому что вот тут вот, ваус, видите, аус ми, the player has... там и три аккаунта. Тот ник он имел в предыдущем ролике Бомба Ду. То есть было написано, что плеер ютубер 2005 имеет два аккаунта, Бомба Ду и ютубер 2500. Или три, я не помню, сколько там аккаунтов имеет, но я помню то, что это именно тот самый ник. Ролик я записываю сейчас на следующий день. Выложу я его в другой день. Смотрите, что он делал, он просто убивает опять. Это он же самый человек. Он у меня в скайпе до сих пор сохранился. Я вам покажу то, что он в скайпе висит онлайн. Я вам это покажу. Ник засвечу, я, возможно... Да, засвечу его логин, что он висит у меня в скайпе до сих пор сейчас онлайн. И это тот же самый человек. Я просто в этом ролике сейчас отниму у него привилегию. Владельца сервера, видите, у него префикс опять сильный стоит. Он просто здесь всех... Просто, смотрите, все снесли, ребята, молодцы, но он дальше убивает людей. Отниму у него привилегию и пошлю его нахер, честно говоря. Потому что этот человек вместе со своей мамой обманул меня на 500 рублей... Я ходил лично, кидал деньги, возвращал. Было условие договора, то что больше никто не будет ломать ничего у других игроков, никто никого не будет банить. Однако все равно он продолжает это делать. Сейчас я даже позвоню ему в скайп, я его не удалял. Ну вы посмотрите, что здесь происходит. Целый замок человек отстроил. Давайте Speed 3, чтобы лучше смотреть. Кстати, новые возможности моего компьютера позволяют мне снимать более полную картинку происходящего. Это сделал только благодаря тому, чтобы вы наслаждались, когда смотрели ролик. Смотрите, я могу все это прогрузить и могу все это заснять прям сверху. Смотрите, что там происходит. Просто посмотрите, сверху, с карты видно то, что... Он убивает людей. Это просто жопа. Смотрите, люди пишут, ты офигел, ты грифер, ты молнией пускаешь, тебя консоль забанит. То есть люди, они понимают, что человек совсем оборзел. А если что, у меня стоит дальность, смотри, 32 чанка, прям по максимуму. Прям все здесь так вот, да. И мы зато теперь можем спокойно с вами без лагов наблюдать. Это я все делал только для того, чтобы... Смотрите, он в чате пишет, суки! Он это пишет в чате, он вообще оборзел, он дальше убивает! Смотрите, кто-то... Майнкрафт Бигфл... Так, люди не могут его забанить, потому что он ютубер, потому что он владелец сервера. Владельца сервера нельзя забанить, нельзя, у него есть все права, его нельзя забанить, поэтому никто не дает ему бан. Но мы сейчас это исправим, Мы сейчас с ним свяжемся. Слишком много слов я уже сказал. Короче, звоню ему в скайпе, мне это надоело. Вот он прям сейчас онлайн, я прям сейчас ему звоню. Где ты? Ник его гентральный. Звоню. Вот он остановился. Здорово, шлюха, что хочешь? Алло, слышь, ты что ты делаешь? Да хочу, блядь, и грифер, ты что хочешь? Мы с тобой договорились, что я возвращаю 500 рублей тебе и все. Да мне похуй, понял на тебя. Мы с твоей мамой разговаривали, она попросила вернуть 500 рублей, я это сделал. Да
банкомата, мне похуй, я... ты понял, шлюха? Я ходил в банкомат и возвращал 500 рублей, чтобы ты больше здесь не... А что ты для этого сделал? Ты откуда этот аккаунт взял? Откуда не ты... Не надо, там и взял, тебе какая разница, хуй сот. Откуда ты, кого ты взломал, что ты сделал с аккаунтом? Как ты... Почему купил ты опять... Купил я его. Угу. Ты опять людей убиваешь, смотри, что ты делаешь. И что, хочу убиваю. Тут люди обманываются, понимаешь, что ты делаешь? Да мне похуй. Я сейчас отберу у тебя владельца сервера и все, и мне плевать вообще на все, понимаешь? Руку свою отбери, блядь, чтобы писюльку свою не мог дрочить. Слушай, я тебя предупреждаю, по-хорошему. Хотя я тебя уже предупреждать не буду, я уже все тебе сказал. А вот ты сказал, иди нахуй, шлюха. Да. Сейчас мы с тобой по-другому будем разговаривать. Сейчас, какой у тебя ник? Ютубер 2005? Да нет, это там написано, я твой рот. Ебал. Да, сейчас, где моя любимая консоль сервера? Так, во-первых... Я тебе в рот дам, дебил! Так, сейчас, секундочку, твой ник запишем. Я тебе запишу, только запиши мой ник. Рубсет. Я тебя предупреждал, ты меня вместе со своей мамой обманул. Да мне похуй, понял. Ты я меня... Понял, ты очень урод. Тебе не стыдно перед мамой вообще? Ты что, админку снял? Я админку снял, да, прикинь, ничего ты не можешь что, сделать. Шлюха? Ты прикинь, ничего не можешь сделать, а теперь... Грифер, падла, вот так дурак, я напишу. Ебаный, дурак, ебал. Смотри, консоль, консоль, банд, ютубер, тысячи, грифер, падла, понятно? Не, дружище, все, ты нахер мне не сдался, понятно? Да верни, я маму уже позову. Да зови ты кого угодно, опять свою маму. Мама! Я сейчас, кстати, поговорю с ней, узнаем, что, как она отреагирует на твое вот это вот. Алло. Зачем забрали у него? Нет, вы знаете, вы меня все обманули здесь, всем семейством на 500 рублей. Он пришел опять убивать игроков, а я должен еще слушать вас опять? Ты что? Может, играет, пускай. В смысле что? Я ходил 500 рублей в банкомат, специально вам платил, чтобы не было проблем, чтобы не было никакого суда, чтобы этой прочей херни все не было. А вы меня просто обманули, понимаете? Просто нагло обманули меня со своим сыном. Да хотели, обманули, и что? Хочется ребенку, пусть играет. Да, хочу, играю. Почему забираете у него? Как... сын, вот как зовут сына? Как надо, как меня зовут? Вам какая разница, как зовут? Да я хочу знать, как... Пусть играет, зачем вы забираете? Да ну вас потому что в жопу всех, потому что вы обманываете, я уже устал от таких людей. Ну это ваши проблемы, что вы устали, идите вы в жопу, смотри какой деловой. Вот, ну, ты в жопу, вот, смотри, как он там, а ты в жопу. Да, как вам не стыдно. Или обманул, иди ты в жопу. Да, я пойду в жопу. Слушайте, я только вам в этот раз уже никакие 500 рублей не верну, вы должны... Ну пошел ты нахер. Ух ты, как вы меня... Я слышу, Пусыкает ребенок, да, не смеясь я забирать у него. А то ты смотри какой. А вы знаете, что я снимаю это вообще все на ролик, как... Я это выложу, покажу. Вылаживай. Вылаживай? Да можно вылаживать. И тебя посмотрю, какой ты грамотный. Жопу раз жопу забираешь детей. У детей. Кого я забираю? Вы сами меня... Вы признаете же, что вы меня обманули? Все. Вы же меня обманули. Ну и хотели обманули. Таких дебилов, как ты, надо обманывать, чтобы... Офигеть вообще. Все мне с вами... Зря вообще 500 рублей возвращал, короче. Да я не зря, я твой опять разгромбил весь твой сервер. Охренеть. Вот это семья. Нормальная семья на себя поглядит. Ты гляди, какой грамотный. Выложит. А тут смотри, мы тебя выложим. Все, слушайте, мне даже с вами разговаривать больше не интересно. Всё. Да пошел ты. Мы с тобой. Да, все, охренеть просто. Я прям... Я, ребята, вообще... Я удивлен вообще. Меня мама в жопу послала. Меня мама в жопу послала, вы понимаете? Просто сказал, иди ты мне в жопу. Мы тебя обманули. Делай, что хочешь. Нам на тебя насрать. Просто пошел ты нахер. Вы с таким встречались? Я нет. И я этой семье 500 рублей возвращал. Я этой семье возвращал 500 рублей. Зачем? Для чего я возвращал этой семье 500 рублей? Чтобы меня дальше обманывали? Это подло. Это низко. Я выложу. И, ребята, я хочу, чтобы все знали, что существует такая семья. Я хочу, чтобы все знали. Я-то по доброте душевной. Смотрите просто, что с картой. Смотрите, все люди застрахованы. А, кстати, это недалеко от спауна. Посмотрите, да? То есть отсюда прикольно наблюдать. Вот спаун, а он та штука, где он строился. Ребята, ставьте мне лайки и докажем, что нас больше тех, кто ее не уважает. Ставьте лайки. Поддержим народ обычный, который против таких мам. Я за вас, ребята, я на вашей стороне. Жалею, что вас не послушал. Многие писали, зря вернул. Жалею.
Поэтому заходите на сервер, пытаюсь раздать админки многим. Люди пишут, заходят на сервер, а админки не получают. Хотя ты пишешь, что админку даешь бесплатно. Я просто не успеваю ее всем раздать. Я же лично записываю ник и пишу в консоль дать админку. Понимаете, там команду PX, user, ник, group, set даю. Я не успеваю, поэтому кто-то не получает. Обидно, что мамы такие. Всем пока, спасибо. Смотрите, какой сервер у нас. Смотрите, как у нас много здесь людей. Застроен спаун какой. Заходите, IP в описании ролика. Всех жду. А я пойду вам пока в кафешку слетаю, вон с драконом вместе. Все, всем пока, ребят.